Добрый день, дорогие друзья! С вами Виталий Хлузов. И я рад вас приветствовать на школе GVO инструментов. Значит, в этих видеоуроках я расскажу вам, как профессионально работать с этими замечательнейшими инструментами. Значит, чего мы коснемся? В первую очередь мы коснемся хостинга, потому что GVO это хостинг-компания. Хостинг, я должен сказать, очень хороший. Значит, почему? Я как профессионал делаю сайты, делаю блоги, делаю интернет-магазины для клиентов. И, то есть я веб-мастер. И использовал для этого различные хостинги, в том числе и Agavo, такой именитый хостинг, и другие варианты, в том числе и некоторые американские хостинги. Но с американского хостинга, который мы использовали в самом начале нашей деятельности, мы быстренько съехали, потому что он был очень медленный. Значит, ну и остальные там есть очень много минусов в хостингах, поэтому достаточно сложно найти действительно стоящий, подходящий. Ну, Agavo хороший хостинг, там есть, конечно, свои минусы, но дорогой. Значит, здесь хостинг очень сильный, очень мощный, очень производительный и недорогой. Очень недорогой. Краткая информация. То есть вы в пакете Titanium приобрели 70 гигабайт хостинга. 70 гигабайт это очень и очень много. Почему? Потому что для одного полноценного сайта с лихвой хватит 500 мегабайт. То есть практически, значит, сколько? 70 разделить, умножить на 2, 140 полноценных сайтов можно разместить на этом пространстве. 140 сайтов. Это минимум. На самом деле можно еще очень-очень много. Вот. Добавить, если они будут небольшие. Значит, и я узнал специально, что в компании можно докупить дисковое пространство хостинга по цене 10 гигабайт за $5 в месяц. Это практически в 3 раза дешевле, чем можно продать. Понимаете? То есть продать этот хостинг можно в 3 раза дороже. Вот и посчитайте возможную прибыль от продаж хостинга. Значит, второй инструмент. По хостингу. Мы научимся управлять хостингом, создавать аккаунты для себя, для клиентов. Взаимодействовать с клиентами и так далее. Значит, мы научимся устанавливать WordPress, то есть блог, систему блогов на хостинг. Значит, дело в том, что хостинг компании американский. И это есть очень большие плюсы, в этом есть очень большие плюсы, но есть и небольшие минусы. Минусы в том, что хостинг заточен под англоязычный. Поэтому, хотя панель управления хостингом переводится на русский, но если вы ставите блог автоматически, как предлагает компания в своих видео обучающих роликах, то у вас получается хостинг на блог, прошу прощения, на котором можно писать только английский текст. Русский текст он не поддерживает.
Это я покажу вам в своих видеоуроках, как убрать эту проблему. Поэтому вы научитесь изначально правильно, самостоятельно ставить блог на свой хостинг и управлять им. То есть полноценно у вас в конце занятия у вас будет полноценный блог со всеми необходимыми отраслями. Второй момент. Мы будем изучать с вами замечательнейшую программу, инструмент e-responder. Это автоответчик или сервис рассылок. То есть здесь можно создавать свои рассылки и можно создавать серию писем, можно новостную рассылку и так далее, и так далее. Это очень мощный инструмент. Мы поговорим, как его использовать максимально выгодно для продвижения своего бизнеса, любого бизнеса, не обязательно GVO. Здесь можно продвигать любой бизнес, любой компании. Третий инструмент, который мы очень плотно будем изучать, это видеопродюсер. Я вам могу сказать, что видеопродюсер, который нам предоставляется, это изюминка. Изюминка, которой ни у кого никогда не будет. Почему? Значит, вы знаете все такие видео хостинги, как YouTube, Rutube, VideoMiler.ru и другие. Значит, но они имеют свое ограничение. Значит, на YouTube можно только закачать видео на 10 минут. На Rutube и VideoMiler.ru на 30 минут. Здесь практически на полтора часа и даже более можно закачивать видео. То есть полноценные фильмы. Единственное ограничение, с которым я столкнулся, это объем файла не более 700 мегабайт. 700 мегабайт это полноценный художественный фильм. Сжатом варианте. Поэтому это очень мощно. И, естественно, количество этих файлов не ограничено, что просто потрясает. Ну что ж, мы посмотрим, как записывать самого себя на видеокамеру, как публиковать это на хостинге, на своем сайте и так далее, и так далее. То есть все эти инструменты в комплекте мы будем учиться использовать и для продвижения своего бизнеса. Ну что ж, дорогие друзья, значит, вступительная моя лекция заканчиваю. Итак, добро пожаловать в школу инструментов и бизнеса GVO Виталия Хлусова и Алексея Назарова. Спасибо всем за внимание.